Далее нужно взять стрейч-пленку и от большого рулона берем черенок и вот таким образом начинаем. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. Заканчивается октябрь, нахожусь я в Московской области, и сегодня я вам расскажу, как можно сохранить черенки метельчатых гортензий. Для этого я срезал для примера два вот таких череночка. Как их можно сохранить в домашних условиях для того, чтобы начать их укоренять, ну, скажем так, в конце февраля, в начале марта, в условиях квартиры, в домашних условиях, как можно это сделать. Так как многие люди уезжают с дач, осенью, зимой уже не приезжают, приезжают только когда сойдет снег. Ну а в квартире бывает часто так зимой делать нечего и хочется поукоренять черенки гортензии, чтобы получить саженцы, хорошо развитые саженцы уже к началу сезона и даже добиться их цветения в первый год посадки. Я вам сейчас покажу для примера такой саженец. Вот посмотрите, он весь даже не умещается в объектив. Вот так выглядит. Это саженец сорта Bonfire. Он у меня вырос в 1,5-литровом горшочке. Сейчас аккуратно вам покажу корневую систему. Смотрите, корни оплели весь земляной ком. Присутствует обязательно осмокод в грунте, чтобы растение получало весь комплекс макро- и микроэлементов. Вот такое вот растение можно получить за один сезон, если начать немножко раньше укоренять. У меня в условиях теплицы можно этим заниматься в условиях теплицы, но если вам теплица недоступна, вы живете в квартире, до дачи далеко, то вопрос сохранения черенков гортензии, он, конечно, достаточно важную играет роль. Чтобы сохранить хороший посадочный материал, есть разные способы их сохранения. Но вот для квартиры, конечно, больше всего подходит хранение черенков в холодильнике. Это у нас единственное, пожалуй, прохладное место в квартирах. Ну, может быть, еще на прохладных лоджиях, на балконах также их можно сохранить. Но тут важно знать некоторые моменты и нюансы. Недавно я, кстати, вспомнил вот один хороший способ, о котором я вам сегодня расскажу. Способ очень надежный, как сохранить черенки. И таким образом я сохранял черенки винограда. О нем я рассказывал, но это видео было посвящено для любителей выращивания винограда. Итак, смотрите, вот я срезал два таких череночка. Здесь несколько междоузлей, 5 междоузлей, на одном 5, на другом 4. То есть они не коротенькие, достаточно длинные череночки. Срезать их нужно, желательно, точнее, конечно, после листопада, когда уже, ну, такие серьезные заморозки пройдут, когда гортензия сбросит лист. Я вам для примера чуть пораньше показал, поэтому я листья обрезал секатором. Черенки должны быть хорошего качества, без признаков болезней. Ну и, конечно, они должны быть сухими, подсохшими, да, вот такими вот не влажными, не мокрыми. Далее нужно взять стрейч-пленку и от большого рулона отрезать вот такой вот кусочек. Смотрите, ширина данного кусочка стрейч-пленки, ну, примерно около 3 сантиметров. Можно отрезать ножом, можно воспользоваться ножовкой по металлу. Легко отрезается. Вот такой вот понадобится моток стрейч-пленки. Далее берем черенок. Вот смотрите очень внимательно, поближе вам показываю. Берем черенок и вот таким образом начинаем, смотрите, наматывать стрейч-пленку. С перехлестом обязательно, с натягом. Смотрите, как я это делаю. Упаковываем черенок в стрейч-пленку. Все это делается очень быстро. Буквально за минуту все упаковали. Можно пройтись еще разок, но это не обязательно. Достаточно вот с перехлестом один раз пройти, и упаковывается череночек вот таким вот
образом. Но давайте сейчас еще один покажу вам. Смотрите. Берем черенок с нахлестом, чтобы закрыть обрезанную часть, чтобы не терялась влажность. И смотрите, с нахлестом, с перехлестом начинаем подматывать. Кому-то может показаться, что это достаточно сложно, но вот смотрите, как быстро я черенок упаковал. И сейчас я вам расскажу об ошибках хранения, которые многие допускают. Вот, смотрите, вот череночек упаковался. Обязательно нужно, естественно, прикрепить, если у вас разные сорта вы хотите сохранить таким способом, обязательно нужно прикрепить к таким черенкам бирочку с названием сорт, чтобы не перепутать, чтобы не было пересорта. Ну и все, вот эти черенки можно убирать на хранение. Какие бывают ошибки? Многие используют стрейч-пленку, упаковывая ей сразу пучки целые. Допустим, здесь несколько черенков было бы, штучек 5. И берут их прямо вот так в стрейч-пленку, сразу обматывают все сразу. Это неправильно, потому что получается, что вот в этом вот пучке, который вы обмотали стрейч-пленкой, даже если вы будете плотно обматывать, все равно останутся пустоты, в которых может появиться плесень, и черенки таким образом могут просто-напросто у вас сгнить. Хранить череночки нужно на нижней полке холодильника, там, где вы храните овощи, фрукты. Вот таким образом упакованные черенки, стрейч-пленку, вот по одному, их можно спокойно хранить, положили и, скажем так, в конце февраля достали. Здесь будет полностью сохранена их влажность, они ничего не потеряют. Останется их немножко там обработать, может быть, обработать стимуляторами роста, укоренения. Ну, желательно, конечно, будет замочить на некоторое время в воде с добавлением, допустим, марганцовки, чтобы еще и подавить микроорганизмы болезнетворные. И все, можно ставить на укоренение в домашних условиях. Об этом у меня есть видео отдельное. Можно укоренять как одревесневшие череночки, можно также их поставить в баночку с водой, дождавшись, когда раскроются почки и появятся ростки длиной примерно 5-7 сантиметров, их аккуратно отломать и сделать зеленое черенкование. Да, можно использовать, ну, как я ранее сказал, и одревесневшие черенки для укоренения. Кстати, саженцы из них получаются гораздо сильнее и лучше. Как я вам уже показал, вот этот саженец, он укоренен именно из одревесневшего черенка. Это сорт Bonfire. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что данное видео было вам интересно. Самое главное, полезно. Хорошего вам цветения!